Здравствуйте, дорогие подписчики нашего канала. Я сегодня встречаюсь с вами в поликарбонатной теплице. Сегодня 1 октября. И хочу показать вам куст помидора розовая Стелла. Может быть, он многим уже знаком, но вот как-то я с ним столкнулась, и последние 3 года с удовольствием его сажу. Он урожайный, мне нравится. Вот в этом году мы попробовали его посадить в теплице. Вообще, это форма для открытого грунта. В открытом грунте он растет примерно до 1 метра. А в теплице вот он вырос, ну, получается, что он вырос где-то до 1,5, наверное, метра. Садили мы его уже поздно. Это остаточные были рассады. По июню, наверное, садили. Часть помидоров мы уже собрали, естественно. Вот, значит... Часть красными, вот такой вот на вид, перцевидная у него форма. Томат, сладости у него не сказать, что он супер сладкий, но у него нет кислоты, то есть он вполне съедобный. Его можно использовать на салат, можно использовать в засолку, он удобно укладывается. По форме очень удобный. Но вообще перцевидная форма мне нравится. Вот, конечно, с Кёнигсбергом его не сравнить, но вот по обилию, по урожайности, по на сок, на томатную пасту, то есть вот вполне, мне кажется, такой томат может присутствовать на саду. Вот так он выглядит, если кустик пойдем вот так вот снизу, вот так. Вот я в несколько оставляла штамбиков, вот такие хорошенькие томатики. Сейчас последнее соберем. Последний сбор томатов всегда я срезаю на гроздочках, или, как сказать, с кисточками. Вот таким вот образом. Почему-то мне кажется, что когда я вот так срезаю с остатками кисти, то тогда они как-то дольше хранятся, лучше набирают, ну вот, спелость и не так дрябнут. Ну, в общем, мне нравится вот такая сохранность на вот таких вот, с остатками кисти. Так последний урожай мы собираем, срезаем практически гроздочками. Надо сказать, что в открытом грунте он не успевает у нас в Кузбассе отдать полный свой урожай. А вот в теплицу мне понравилось, мы много собрали. Розовая Стелла. Томат для открытого грунта. Хорошо себя показал и в поликарбонатной теплице. Всего доброго. Хороших урожаев. А вот здесь теплица нам еще сделала маленький гостинчик. Ну, я думаю, что получится. Ну-ка, сколько здесь? Ага, немножко. И вон еще маленький. Угу. Ну, я думаю, супчик получится. Наверное, это уже последние октябрьские шампиньончики в нашей теплице. Хорошенькие, розовенькие еще. Это темный. А вот это пойдет. Ну вот, супчик с грибами обеспечен. Позвал? Да? Антон! Не идет? Не идет, Артем? Или идет? Чё, тё? Антон! Молодец! Молодец, Тимофейка! Главное, что ты говоришь хорошо, Артём! Гав-гав! Ау! Гав-гав! А, собачка там, Добрюша, гав-гав? Да? Да.